Всем привет! Я вот выбежала на минуточку. Хочу показать, у нас целый день идет дождь. И был ветер сильный. У меня, оказывается, повалила сирень. Я хочу показать. Вот что. Упала веточка у меня сирени. Вот она лежит. Вот сейчас опять пошел дождь, целый день льет. Не хуже, чем в Москве. Вот упала сирень. А что у нее там, я даже не знаю. Я в окно. Ой, она обломилась, оказывается. Целая ветка подгнила там. Ствол подгнил. Ой, как жалко, жалко. Надо будет эти молодые веточки оставлять. Подгнил ствол. Вот. Жалко, жалко, жалко. И упала целая ветка. Вот, валяется. У меня там тоже упало. Сейчас быстренько пробегусь, минут 5. Ой, здесь у меня ничего не повалило. У меня капуста упала. Сейчас я быстренько, быстренько сбегаю, пока я не намокла. У меня варятся пельмени. Мы сегодня с дочерью делали пельмени. Она на больничном, болеет дома, не на работе. Мы решили делать пельмешки. И копать. Вот. И хочу. Выходила целый день, выхожу и смотрю. У нас льет с утра. Вот у меня повалило. Вот что. Вот у меня повалило капусту. Не знаю, как ее поднимать. Вот она лежит у меня. И не одна, вот прям рядом. Смотрите, что. Там вон цветы почему-то повалило. Здесь вот ветром листья загнуло, вот. Вот, капусту вот повалило. Вот. Вот цветы тоже почему-то все лежат. Почему, не знаю. Ветром, что ли, так повалило. Так, что у меня там еще? Ну, вроде бы все. Вот только капуста валяется. Капуста и сирень упала. Оказывается, она подгнила у меня. Вот так, надо новые веточки оставлять. Вот. Там немножко только вот капусточка. В основном там почему-то удар туда пришелся. Вот так у нас целый день идет. Вот еще у меня редька. Это маргеланская зеленая редька. Вот она на бок вот склонилась. Это ее ветром так. И у меня фасоль вот тоже. И фасоль у меня вот тоже вот. Я ее на палочки не поставила. Она мне тоже немножко вот повалилась, упала на бок. Вот ветер, смотрите, какой. Такой вот у нас ветер. Вот у меня там капусточка вся упала. Здесь вроде ничего, вот где низина. Вот утки себя хорошо чувствуют. Почему-то мои уточки не дают яиц и несутся. В чем дело, не знаю. Вот здесь вода скопилась. Вот, а я еще вчера кое-где поливала. Думаю, не знаю, вот здесь лук почему-то вот тоже упал. Вот. Уже так головочки есть. Вот. Ну так вроде все остальное стоит. В общем. Сегодня вот такая вот у нас погода сегодня целый день. Что делать с сеном? Если не будет сена, если вот будет вот такая погода, не знаю, что делать, сена нету. Чем кормить, не знаю, буду сельхоз, наверное, резать. Чем кормить, не знаю, я хотела их давно уже зарезать, потому что и руки болят доить, и руки болят доить. Сено заготавливать, как вообще у людей вот это вот коровы. Наверное, головку не рассуду. Даже не сажала. Смотрите, как от ветра. Вот такой вот у нас тучи прям вот. Плывут, 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 плывут. Целый день дождь. Я вот только сейчас выбежала немножко. И цыплят вот посматриваю там.
Вроде бы не замерзли, они у меня в теплице все сидят. А кошка хоть бы что, бегает там с этими цыплятами, лазит. И не боятся, и мокрые, и лазают, и хоть бы что. Не знаю, может быть, она уже увела их. Вот у нас вон там такой брудер стоит с сеткой. Нет, она уже увела их в ящик. Вот там такой брудер такой сделали. Да закрыть, а то дверца намокла. Вот так мы сейчас будем делать, кушать. У меня варятся там пельмешки. Пока не варятся. А вот она. С цепушечками. Вот они. Вот целый день бегают. Хоть бы что, я им на пол-то размокла вся дверца. Но закрою. Вот сидит. Я тут накрыла, чтобы мне так холодно было, сетку. Вот такой с крышей вот брудер сделали. Вот так вот для цыплят. В прошлом году уточек я здесь держала. Я покупала уточек. Держала уточек. Вот такой у нас ветер. Сильный-сильный-сильный ветер. Ой, ладно. Побежала домой. Домой-домой. Холодно, мокро. Не знаю, когда этот дождь кончится. В общем, сыро, мокро. Хорошо подняли вот на такие грядки, на большие. Вот, капуста вот там валяется. Не знаю, что делать. Вот. Пельмешки. Вот варятся у нас пельмешки. Мы налепили пельмешки. Без спешки. Домашние пельмешки. Такие вот. Должны быть вкусные. У меня магазины не кушают пельмени. Они невкусные. Почему не вкусные? Вареники ем в магазине. Ну, только что вареники, если. Вот такой пельмень. Вот. Сейчас будем кушать. Угу. Та-дам! Вот такой вот пирог мы испекли. Пирог с капустой. Пекли в новой форме стеклянной. Такой красивый получился. Такой вот такой вот такой. Ну-ка режь. Быстро, быстро. Сейчас посмотрим, что же там внутри. А внутри у нас капуста. Вот в разрезе. Кусочек, да, отрезка? Да, отрежь. Вообще-то это дрожжевое тесто. Да, дрожжевое тесто. Угу. А какая разница? А я вообще ничего не сказала, по-моему. Нет, я говорю, что не похоже на дрожжевое тесто. А, не похоже на дрожжевое? Угу. У нас стыл, нет? Да. Я подкладка, да, 6 лучше. Дрожжевое тесто. Сейчас будем пробовать. Падает тарелочку она. Вкусно. Соль нормально? Угу. Хорошо. Вкусный очень пирог.